Давай. Вручил машину жене. Ну что, еще одна крутая работа от Игоря. Бах! И тут у нас вот такая красота. Камера, конечно, передает какой-то синий цвет, да, но цвет бирюзовый. Почему-то вот он так вот показывает на камеру. Помимо этого, это тоже работа Игоря. Приборка, руль, вставочки в двери. Вот здесь она уже показывает бирюзовый. Вот здесь уже бирюзовый она передает цвет. И печка. Это, по-моему, самое главное. Она выглядит намного современнее с этими крутилками. И когда ты вживую смотришь на нее, она прям объемная. Ну просто бомба. Здесь у нас Игорь сделал такую историю. Вот это переклеивалось. Стеклышко это полировалось. В общем, супер. Теперь полный комплект. Еще раз спасибо Игорю за работу. Человек просто обожающий, любящий свое дело, который просто выкладывается по полной программе. Не на отвали делает, а делает конкретно, красиво и четко. Вот, пожалуйста, результат налицо.